Меня зовут Тимофей Данишевский, вы на канале Мистическая Корпорация. Тем, как мы начнем, я думаю... Следующего видео. Всем привет, друзья! Меня зовут Тимофей Данишевский, вы на канале Мистическая Корпорация. Мы приехали с оператором в тот самый дом, в котором в прошлом видео вы видели. Здесь была какая-то активность. Да не какая-то, а, собственно, двигались, летал стул и остальная активность паранормальная, которая здесь происходила. Сегодня я привез с собой ЭГФ. Мы попробуем связаться и узнать, что это за сущность и что в этом доме обитает. Но перед тем я хочу сказать вам о том, что мне удалось узнать об этом доме. Об этом доме мне удалось узнать лишь только то, что, пообщавшись с жителями, которые остались в этой деревне, а это примерно чуть ниже по улицам, через реку, то, что ничего сверхъестественного и такого, что увидел здесь я, здесь раньше не происходило. Здесь жила, в принципе, обычная семья из поколения в поколение, как бы, ну, несколько поколений здесь прожило, дом этот так и был. Никаких темных дел здесь не происходило. То, что происходило здесь, я никак объяснить не могу. Поэтому сейчас через ЭГФ мы пытаемся это с вами узнать. Сейчас мы пройдемся по дому. Я примерно по памяти соберу то, что там происходило. Но пройдемся по тем точкам, в которых была активность. Вот. Сейчас я вам... Мы чисто освежим память. Вот, собственно, здесь кухня. Я так понимаю, была печь. Вот здесь, в этой комнате... У нас была игра с этой дверью. В прошлый раз. По потолку бегало что-то еще. На потолок я вам уже показывал. Примерно через эту дырку. Тихо. Залезть-то. Так, ну что, я думаю, сейчас можно уже будет приступать к сеансу ЭГФ. Я думаю, сразу стоит начать. Перед тем, как мы начнем, я думаю, мы проведем сегодня ритуал со свистком. Обязательно я это сделаю прямо сейчас в комнате. И буду раскладывать ЭГФ. Поставлю в той же камере, в той же комнате камеру, которая будет снимать помимо этой камеры. Если вдруг будут какие-то движения, шорохи, звуки в остальных помещениях, ну, в остальных комнатах, то есть на кухне, в коридоре, на крыше. Возможно, что мы еще поставим остальные камеры. А сейчас последуем в ту комнату и займемся сеансом ЭГФ. Готово.
Так, ну что, друзья, все готово. Сейчас установил EGF, поставил свечи. Сейчас эту камеру установлю здесь. Готово. Проводим сеанс АГФ сейчас. Попробуем узнать за сущность. Короче, положу сейчас повербанк, и он вот так вот шевелиться стал. Прямо так вот. Здесь кто-нибудь есть? Здесь кто-нибудь есть? Я записываю на диктофон еще, чтобы потом разобрать моменты. Иногда бывает так, что на диктофоне, помимо этого, слышно еще кое-что. Какие-то дополнительные вещи. Здесь кто-нибудь Я тебя знаю. Я тебя знаю. Забыл меня. Слушай. Как твое имя? Я нервничаю. Как твое имя? Спроси, оно желает мне зла? Да не, оно уже на контакт. Не узнаешь. Ты слышишь? Я тебе есть возможность. Подожди. О чем ты говоришь? О каких возможностях? О каких возможностях? Ты понял? Поймешь это? Ты вообще... Вот поэтому, я поэтому и не хотел его использовать снова, ты понял? Потому что такая вот хрень начинается, она уже вот... Как ты пришла со мной? Как ты пришла со мной? Ты сейчас в этой комнате? Да, стул. Стул? Сыграю в мои... В смысле, во... Ну да, мне тоже стул. Во что поиграть? Стул, пожалуйста. Thank you.
пришел поиграть. Ёха, ни хрена. Тихо, тихо, тихо. Ты хочешь поиграть? Да ладно. Заметил, она молчит, писала. Ты хочешь с нами поиграть? Смотри, в смысле, гаф не тухнем даже. Смотри, смотри в это. В обморок не упал, не падай больше. Это она. Стоп, подожди. Та самая. Если это она, то как я ее могу за собой притащить? Как я тебя за собой принес? Как ты со мной здесь оказалась? Больше не ответа. Слушай, знаешь, мы все друзья показывают только на то, что это та самая ведьма, которая из дома, в котором я трудился. Стоп, а в чем я ее могу переносить? Да в чем угодно. Вещи личные. О. Все. Да нет. Как нет? Ну, блин, после таких движений. Подожди, я хочу проверить, что угодно. Давай лучше. Слушай, тебе надо. Слышишь? Стоп, погоди. Я попробую. Ты можешь достать МП? Да, сейчас. А где она, в каком сумке? Я думаю, знаешь, стой, подожди, сними, я сейчас достану. Давай, наверное, установим комнату в той комнате. Пусть просто свет и пусть на всякий случай. Что такое? Ты дурак. Поставь. Стоп, это реально сейчас было? Да. Сплавь, нахуй. Вы сильно что? Ну не сильно. Да ладно, ничего страшного. Да ладно. Не работает? Не, работает, работает. Это. Блять. Короче. Я думаю, что. Да ладно, расслабь. Я думаю, сейчас мы, короче, поставим одну камеру вот эту вот старенькую туда. Слышал? Да. С той комнаты? Тихо. Твою мать! Что за херня? Не открывается? Ты что так слабенько бьешь? Ну-ка дай-ка я. Да. Ни хера, да ладно. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Она, походу, нас не будет выпускать сюда. Опа! Фу. Опять закрылся. По стенам, да? Слышишь это? Где-то. Стенка, может, выше? Ой, нихера. Что это такое? По стенам, по
стенам. По стенам как будто что-то. Не, может, так не могут, я что-то везде кого-то. Их нихера. Ой-ой-ой. Что за суки такие? Ну, не красиво. Я совсем за другое переживаю. Как нам теперь, как мне теперь избавиться от нее? Слушай. Знаешь, есть один момент, давай вернемся в ту комнату, я сейчас все объясню. Ну давай, давай. Я думаю, что надо со знающими людьми просто поговорить об этом. Я-то в этом не понимаю ничего. Друзья, я сейчас поставлю эту камеру в той комнате на всякий случай. Что за хрень? Ой, да, тихо, ну, тихо, 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 тихо. Отойди, отойди подальше, опять что-то летит. Это опять что-то летает, ты понял? Что это летает? Я ножи на улице оставил. Какие нахрен ножи, ты что, блин? Тихо, тихо, не двигайся, не двигайся, жди. Я же сказал, жди. Но! Но! Ех, ни хрена! Отойди, Лёх, подальше отойди. Ходи, 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 за печку спрячь. Ножи, ножи. Тихо, 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 тихо. Ядрит, Мадрид. Нож пролетел, вон нож. И как нам теперь выходить? Ты хочешь сказать, это, блядь, привидения так могут делать? Нет, это уже, это далеко, слышишь? Это далеко уже не призрак. Это вообще не призрак. Ебать! Нож. Их всего три было, это уже четвертый. Погоди, я третий подрублю, выходить буду. Блин, давай что-нибудь читай нахер, какую-нибудь, блядь, подожди, молитву или что. Я уже, блядь, самому от этого уже не так уж комфортно. Я взял с тобой. Давай. Тихо. Я пойду проверю. Мы отсюда нахер. Я пойду проверю. Давай вместе пойдем. Пожалуйста. Я боюсь, что через пленку все пролетит мне в лицо. Давай пригнемся. Садись. Твою мать! Я не пойду пока туда. И как нам выходить? Слушай, давай книгу, короче. Это дрянь, да. Стой, не, подожди, да я сам до книги пройду. Блин, а что, как это до книги? Где она у тебя книга? Подожди. Нож вон в стену пролетел. Тихо. Вот твою мать. Тихо. Блин, да ну нахрен. Тихо. Ты понял? Да. Включи-ка ЕГФ. На всякий случай, включи. Кнопка там на этом, на повербанке. А. Тихо, опять шевелится. ЕГФ не работает. Я сюда опять встал, блин, сейчас что-нибудь полетит, не дай бог. Да, кстати. Смотри. Смотри. Что там? Охренеть. Я только хотел там камеру поставить. Твою. Пошли туда, быстрее. Давай, конечно, блядь, что ты за херня. Блин, ну иконы стоят, слушай, почему, блин, такая дрянь происходит? Стоп, ты фонарик здесь забыл? А, это я оставлял. Ну, а, ты оставлял? Нет, потому что у меня фонарик въезд. Смотри, короче, ножи я на улице оставил. Снова сниму. В общем, короче. Ножи на улице остались. Что еще летало? Я не знаю. О, да, вот полон. Слушай, надо читать что-то. Пойдем, я. Если есть у тебя, конечно, давай читать, потому что это, ну, страшно, блин.
слышишь? Не, тихо. Стуки как будто делают. Опять. Это ты? Нет. Я, короче, сейчас немного воды все это обработаю, видишь, чтобы оно... Давай, давай, делал. Давай. Слышишь? Слышишь? Нет. Все, короче, надо проводить. Да, давай, я слушаю. Мне дали один текст. Да что, давай уже читай быстрее, короче, эту всю херню. Что-то мне уже прям вообще тут не по себе. И давай, наверное, сваливать нахер отсюда. Подожди, нам надо проверить, что изменится после того, как я прочитаю или нет. Ты слышишь? Он стучится. Стой, подожди. Может, не может. Она до сих пор играет, стой. Ну-ка, слушай, слушай, а может быть, типа спросить что-нибудь там по стукам, не по стукам. Ты желаешь нам зла? Если желаешь, то сделай два удара. Это шо, блин? Такой уже был, знаешь, в проклятом доме. Это демон был. Демон? Угу. А, прям мурашки по коже. Ко мне что, демон, что ли, прицепился? Ёха, блин, давай, я начну, я не могу. Давай, прям аж корёжит, блин. Корёжит вообще. Я ж прям весь в мурашках, нахер, прям. Мы уберем от ритуала. Прям аж потрахивает. Его надо будет перекрыть. Ну это ты сам уже там решай, что сделать. Это один из подписчиков мне советует. Мое дело маленькое, снять. И он очень занимается этой. Слушай, а если опять дверь запрется, как мы, а, ну хотя в дырку в той стук вылазить, а в нее кучу пыли. Я вообще начинаю. О, продолжается. Не успели мы камеру там поставить, она здесь стоит. Нет, ну если это демон, то я его, ну он должен был уйти. Если демон должен был уйти. Да? Тихо. Отойди лучше от этой пленки, меня она очень напрягает. Нет, не работает, короче, этот телефон. Он не работает. Остается только одно. Охренеть. Остается только одно. Нам собираться, короче, и валить отсюда. Я уже знаю, и нужно обращаться сейчас, короче, к нашему человеку. Отойдись. Я слышал какой-то звон. Я же сказал, звон слышал. Так, давай, короче. Я с ним свяжусь завтра, и мы будем думать, как избавить меня от этой, короче, дряни внутри. Это уже опасно. Давай, это по-любому это опасно. Слушай, короче, ты снимай всю эту тему. Ага. Я сейчас буду разоружать. Охренеть. Я буду все разоружать и собирать все, короче. Давай. И нам надо как-то уходить, короче. Давай. Там что говори, я буду. Да ладно! Да не может такого быть, давай. Это происходит, братан. Тима, давай быстрее нахер. Если ты привык в такой херне работать, я тут, блин. Я первый раз такой вижу. Свеча потухла. Единственная. Блин, да, ходить сюда нельзя. Все остальные свечи берут, одна потухла. Ну сюда, короче.
Да ну нафиг. Как мы там пройдем-то? Я не знаю, как уходить. Я тоже еще планов не продумал. Блин, а почему? И здесь-то. Я все поближе к себе, короче. Я сейчас сниму маску, чтобы затусить 6 свеч, короче, чтобы меня не видно было. Ладно, не снимаем ее сейчас. Ладно, давай. Так, я эту камеру беру в руки. Давай. Сейчас я сниму этот свет. Нам так со светом выходить вариант, да? Конечно, я без света никуда не пойду. Да хотя нет, отсюда можно и без света убежать. Нахрен. Но если у нас есть... Опять! Слышишь? Сколько ударов? Сколько ударов? 4, по-моему. За звуки сразу. Как будто как старуха орёт. Как старуха орёт. Слушай, старуха. Чего? Со мной до конца будет. Еб. Слушай. Валим отсюда. Блин, чувак, вообще прям стрёмно. Чувак, валим отсюда. Я не собираюсь ни с кем драться. Вот сюда бы можно и Тима Морозова с Денисом пригласить. Охренеть. Блин, слушай, как я не знаю, как убираться. Я сейчас буду использовать снова святую воду. Как идти-то? Давай, да, давай святой водой как-нибудь там. Читай вот эту свою молитву еще или что там это. Я могу «Отче наш» прочитать. Давай «Отче наш» читай что-нибудь, короче, ее, потому что, ну а как? Погоди, есть. Это же вообще трэш какой-то. Есть способ сейчас. Да, ребят, если Тимофей мотается подходи по таким. Подходи близко к пленке. Не надо, не подходи. Лучше сбоку, да. Мотается по таким местам. И ему, если это более-менее привычно, то я все это вижу. Вот так вот. Почему мы там камеру не поставили сразу? Слушай, да ладно! Охренеть, блин, ты печка. Просто стой и молчи. Давай наблюдать за этим, пока я собираюсь. Главное, чтобы через пленку ничего не пролетело. И тут началось. Надо валить, короче. Да, вали. Так, давай, наверное, быстренько прям пробегаем. Да. Насчет, ну что, прям сейчас побежим? Прям сейчас. Давай, короче, я первый. На два. Я первый? Да, давай. Я за тобой. Давай, я погнал. Твою! Бежим, бежим, бежим! Бежим, бежим, бежим! Так легче аж стало, блин. Как будто... Легче станет. Как будто пелену какую-то с тебя сняли. Я как не знаю, что теперь мне делать, раз она... Может быть, она к предмету какому-то привязалась, одному из моему. Тебе нужно, в общем, да, со знающим человеком пообщаться. Кто в этом разбирается. И тогда все будет, надеюсь, станет своими места. Но это, если эта херня прицепилась к тебе... То это очень, ладно, очень, хорошо. Очень печально. Друзья,
Вы сами все видели. Я буду пытаться теперь что-то с этим делать. До следующего видео.